Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Мой аквариум 100-литровый, который стоит у меня в кухне. Длина его метр. Рыбок здесь довольно много, но и довольно просторно. Показываю. Вот там веревочка такая, шпагатик. Точнее, не шпагатик, а акриловая ниточка. Такая у меня система. На грузик привязываю пару ломтиков огурца и вот на такую ниточку, чтобы не лазить рукой потом, остатки не убирать. Это хочу показать креветок в 100-литровом аквариуме. Вот на анубиасе сидит. Среди зарослей папоротника, яванского мха. Чего тут только нет. Там тоже лазят креветочки. Это мои рыбки. Вот они поедают огурец. Выедают серединку. Деринохилус золотистый сидит. Очень любит. А первым поел парчовый птеригоплихт, и он уже наелся. Наелся, ушел. Остальные рыбки, которые любят растительные добавки, потихоньку продолжают поедать. Боцы вообще ненасытные, мраморные. Мне кажется, мои барбусы подросли. Вот эти желтенькие рыбки. Это барбусы Шуберта. И неончики плавают рядом. Неоны сине-красные такие. Боцы тоже наелись, но они все равно едят, едят и едят. Чуть отдохнули и опять. А деринохилус довольно робкая рыбка у меня. О, барбус Шуберта тоже огурчик ест. Деринохилус боится есть с остальными рыбами, особенно с крупными. А вот сейчас никого нет, все наелись почти уже. Ну, в основном заросли криптокарины. Вишневые барбусы. Они, видимо, там. А сюда я прищепку тоже на нитке акриловой. Здесь ест отдельно от всех анцеструс. Потому что если он ест не отдельно, то он всех прогоняет. А там у него своя еда. У некоторых рыбки тоже. Хочется показать креветку крупно, но рыбы мельтешат перед камерой и сбивают настройку, резко сбивают попасть в кадр. Это самочка.
брюшко толстенькое. Ну, вот еще акробат. Вот на папоротнике тоже там вдали. На листике. Барбусов Шуберта теперь больше всех. Отдохнули, опять принялись за еду некоторые товарищи. Самая мягкая часть уже съедена. Вот еще креветочка. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.